Вот с сентября я начал свою карьеру, и сегодня у меня стукнуло 10 тысяч подписчиков. Просто жесть. Вчера я сделал пост в сообществе, что вы задавали мне ответы, и я буду отвечать вопросы. Чего? Короче, вы мне задали примерно 18 вопросов, и сегодня я отвечу на них, а также вопросы, которые многие спрашивают постоянно, которые уже начинают потихонечку выбешивать. Так что начинаем. Ответы на вопросы. Вопрос от GMD LOL. Какой твой хардрест? Этот вопрос мне задают на каждом стриме, почти что под каждым роликом, и это клабстеп, но в будущем станет с Верити. И, кстати, насчет Верити. Вопрос от Семен 7. Что у тебя с Верити? С Верити у меня все хорошо. Да. Новых рекордов пока нет, но я пытаюсь его практиковать пока что. Второй вопрос от того же Семена. Ты так и будешь дальше делать 8-минутные ролики? Да, потому что, как я понял, они вам нравятся больше. И набирают, собственно говоря, больше. Раньше мои ролики набирали максимум 300 просмотров, это и то, если повезет, а сейчас мои ролики собирают больше 4000. И это во всех случаях почти что. А в хороших случаях собирают почти 10 тысяч. Жесть. И значит, следующий вопрос. Как ты относишься к тому, что у тебя 10 тысяч подписчиков, а на стриме сидит всего 10-30 человек? Ну, блин, я как бы поэтому и начал снимать более норм контент, ну, как сказать, именно 8-минутный такой продолжительный, чтобы копить аудиторию активную, потому что у меня после моего хайпанувшего ролика осталось куча подписчиков, которые как будто просто накручены, они как бы существуют и все. А сейчас я начну набирать аудиторию, которая прям активно будет смотреть меня и так далее. Получается это у меня довольно хорошо пока что, надеюсь, так и дальше и будет. Вопрос от МРК. Ответ: сколько соли ложить в суп из детей? Ну, грамм 30 хватит, я думаю. Ты хочешь? Нет. Ты как-то связан с Даркнетом? Ты любишь, когда мужики обмазываются масло? Пофиг каким. Третье. Пельмени топ? Да. С дерева упало 3 яблока. Сколько нужно человек, чтобы закрутить гайку в телефон? 28. Ответ. Ты человек? Да. У меня даже есть пруф, и вот моя фотка. А по ссылке в описании вы найдете мой влог-канал, на котором я снимаю свои школьные будни с лицом. Так что переходите и подписывайтесь, и смотрите влоги. Там уже их целых 2 выпущено. Не знаю насчет сегодняшнего, но сегодня я снял слишком мало материала, поэтому, скорее всего, следующий влог будет либо завтра, либо послезавтра. Чел задает вопрос. Кто ты такой? Почему твой пост у меня в реках? Потому что так работает YouTube. Я человек. Вот и закончились все вопросы, но так как видео растянулось всего на 3 минуты, я отвечу на часто задаваемые вопросы. Первый вопрос. Почему ты не можешь настроить донаты? Потому что это невозможно сделать физически в моем возрасте, но да ладно. Следующий вопрос. Почему нельзя предлагать играть в стендов? Кто не знает, в правилах своего канала я написал, что нельзя предлагать играть в стендов. Потому что мне каждый второй школьник на стриме пишет гов стендов. Хоть я и говорю, я не играю в стендов, это не мое, мне это не нравится. Они пишут, почему, скачай, посмотри. Нет, я не хочу. Следующий вопрос. Сколько мне лет? Мне 12. В каком я классе? Ну, можно догадаться. Следующий вопрос. Почему я обсираю иконки? Я обсираю иконки, потому что они тупо, часть из них бесполезны. Конечно, я не против того, что их добавили в игру, но мне кажется, Icon Kit можно было бы сократить в раз много, без лишних иконок, так сказать. В принципе, это все. Я больше не знаю особо часто задаваемых вопросов. Да. И значит, вот так. И сейчас отвечу на 2 вопроса обо мне. Меня зовут Максим, и я живу в Башкирии. Просто некоторые задают вопрос. И нет, не в Уфе. Я живу возле Уфы, в небольшом городе под названием Благовещенск. Его мало кто, наверное, знает, но неважно. Вот так. И... Что еще сказать? Переходите в ТГ. Я там скоро начну выкладывать всякие посты, все дела. Также переходите в Discord сервер. Нас там уже почти 65 человек. Просто офигеть.
Значит, можете подписаться на канал, поставить лайки, потому что я провожу стримы и так далее. Кстати, вы под постом моим набрали 100 лайков, и я должен съесть лист железа теперь. Пожелайте мне удачи. И значит, все, типа...